Добрый день. Снова в прямом эфире специальный выпуск «Сейчас в регионе». Мы следим за работой Арктического форума на всех его площадках. Основное внимание прессы, напомним, что представители СМИ в Архангельске со вчерашнего дня порядка 400 человек сейчас прикованы к областному театру драмы. В 13 часов там должно начаться пленарное заседание под председательством президента Владимира Путина. Спросим Алексея Шемякина. Он находится в театре. Все ли идет по графику? Алексей, добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте, коллеги. С минуты на минуту в Архангельском областном драмтеатре начнется пленарное заседание Международного арктического форума. Сейчас все в ожидании президента России Владимира Путина. Он будет председательствовать на пленарном заседании. На заседании работает около 300 журналистов, из них много иностранных. В зале уже собрались официальные делегации Вьетнама, Китая, Норвегии, Финляндии. Кроме того, присутствуют практически все министры российского правительства. Ожидается, что президент Владимир Путин выступит первым. Он поделится впечатлениями от вчерашнего посещения острова Александры, земли Франца Иосифа, а потом будет дискуссия о том, как же сделать Арктику более доступной. А пока мы ждем, коллеги. Спасибо, Алексей. Обязательно свяжемся с вами по итогам пленарного заседания. А сейчас возвращаемся в САФУ. Там к этому часу произошло много интересного. Например, подписание соглашения об освоении Павловского свинцово-цинкового месторождения на новой земле. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области комплексного освоения арктической зоны страны. Таким образом, на новой земле будет возведен горно-обогатительный комбинат. Объем инвестиций в регион составит 27 миллиардов рублей. Для нас это серьезная задача. Мы видим большие перспективы здесь увеличения, собственно, поставок свинцовых, цинковых руд на внутренний рынок, но и на внешний. Это работа на десятилетия вперед. Мы ориентируемся примерно на конец 2021-2022 год запуск работы горно-обогатительного комбината. Значит, в горизонте до середины этого столетия это рабочие места, это налоги, это привлечение предприятия Архангельской области ко всем производственным цепочкам, которые будут развиваться в этом практически новом промышленном кластере. Я действительно искренне благодарен и рад за то, что сегодня подписание этого соглашения состоялось. Оно является логическим продолжением тех первых соглашений, которые мы подписывали с компанией «Атомредмедзолото», дочерней компанией «Росатома». И, по сути дела, подводит итог большой работы, которая была проведена за эти годы по раскрытию потенциала и перспектив развития, связанных с освоением Павловского свинцового цинкового месторождения на новой земле. Все основополагающие перспективы, Алексей Евгеньевич уже сказал, создание действительно промышленного кластера с раскрытием новых возможностей и на новой земле, и в области освоения арктических территорий. Добавлю, что запасы цинка и свинца на новой земле, по оценкам экспертов, составляют 19 миллионов тонн. Ирина Ившина также работает на форуме. Она сегодня отвечает за освещение всех дискуссий, связанных с темой человека в Арктике. Ирина с нами на прямой связи. Добрый день. Рассказывайте. Добрый день, Валентина. Сегодня в фокусе внимания Арктического форума «Человек». Каким образом необходимо осваивать арктические территории? Вахтовым методом или с помощью местного населения? Какие необходимо принять меры, чтобы сохранить и укрепить здоровье арктических жителей? Есть ли риск возникновения новых, еще неизвестных в медицине инфекционных заболеваний из-за меняющегося в Арктике климата? В том числе на эти вопросы сегодня будут искать ответы участники форума. Среди спикеров диалоговых площадок сегодня руководитель Федерации Роспотребнадзора Анна Попова, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова. Архангельск представляют сотрудники Северного государственного медицинского университета и парламентарии Архангельского областного собрания депутатов. Мы будем держать вас в курсе событий. Противной экологической ответственности и внедрение механизмов предотвращения экологического ущерба от хозяйственной деятельности человека в Арктике говорили сегодня губернаторы Северного форума. Кстати, до последнего дня наш арктический регион Поморье не входил в состав Северного форума. Теперь ситуация поменяется.
Архангельская область станет частью Северного форума. Это неправительственная международная организация, объединившая ради улучшения качества жизни на севере арктические регионы России и других государств. В Северный форум входит 14 представителей. Все они собрались сегодня на саммите арктических губернаторов. Основными темами для обсуждения стали развитие транспортной инфраструктуры, внедрение новых источников энергии. Также особое внимание уделят сохранению традиционной экономики северных территорий и развитию туризма. В течение месяца наш регион станет полноправным участником Северного форума. Довольно долгое время, в течение нескольких лет, являясь наблюдателями в этом совете, в этом Северном форуме, мы приняли решение о том, что необходимо уже стать полноправным членом, с полноправным голосом и участвовать на всех положенных совещаниях и со всеми необходимыми возможностями, полномочиями и так далее. Расширили диапазон тем. Участники молодежного форума «Арктика сделана в России» вчера вечером встречали федерального министра образования и науки Ольгу Васильеву. Человеческий капитал обсудила с участниками молодежного форума министра образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Встреча с молодежью оставила у нее приятные впечатления, о чем она рассказала нашей съемочной группе сразу после вчерашней вечерней лекции в Малых Карелах. У меня всегда очень хорошее впечатление, когда встречаюсь с нашей молодежью, а здесь впечатление и усиливается еще тем, что здесь ребята из разных городов России, чьи помыслы связаны и специальности будущие именно с арктической зоной. Поэтому впечатление очень хорошее. Хорошие глаза, умные, хорошие. Хорошие ребята, хорошие вопросы. В формате открытой дискуссии молодые профессионалы задавали острые вопросы о бюджетной аспирантуре и квотах для абитуриентов по востребованным специальностям. В этом году 50% выпускников школ будут поступать на бюджетные места в вузы России, а целевое обучение станет основой для комплектования кадрами предприятий арктической зоны. Квоты будут увеличены, и они увеличиваются значительно. Я приводила цифру, что на 5000 мест по сравнению с 2015 годом. Это большая очень цифра. Будут арктические целевые программы существуют. Мы об этом говорили много раз с коллегами, когда говорили о целевом обучении. Это подразумевает прежде всего целевые программы внутри целевого обучения. Наши корреспонденты продолжают следить за самыми важными событиями на арктическом форуме и записывают комментарии его участников. Давайте посмотрим. Сам форум, то, что вот он происходит сегодня в Архангельском регионе, в Архангельске, это большая честь, во-первых, для региона, для нашего. Этот форум на сегодня уже объявлен, что он будет проводиться регулярно каждые 2 года. Это, я уверен, придаст дополнительный импульс к развитию нашего региона, поскольку мы уже показываем саму и инвестиционную привлекательность, и перспективы нашего региона, и в освоении арктического шельфа, и арктического региона. И если говорить об участии Архангельского ЦБК, для нас это тоже огромная честь, что нас пригласили принять участие в качестве генеральных партнеров. И мы все-таки планируем, что это опять же будет регулярно. Надеюсь, что та резолюция, которая принята форумом арктических муниципалитетов, она будет услышана на и региональных уровнях власти, и на федеральном уровне власти, потому что мы самые близкие. Вот. После нас к людям больше никто не стоит из уровня власти. Поэтому, прежде всего, все удары судьбы, как говорится, воспринимают муниципалитеты, и мне кажется, их надо слышать. То, что муниципалитеты предлагают и просят, это не хотелка власти. Это хотелка тех людей, которые приходят на приемы, которые пишут письма, с которыми мы встречаемся в рамках общественных советов. Вот это очень важно, чтобы вот этот глаз, он был услышан наверху. И те решения, которые, это не просто было обсуждение, это предложение решений. Проблема – решение. Еще лет 7-8 назад мы говорили о том, что Архангельск ждет мощное развитие конгрессного туризма. И вот форум «Арктика. Территория диалога» – это один из тех проектов конгрессного туризма, который поможет сегодня Архангельску выйти на новый уровень по событийному туризму, по туризму к конгрессному. И новые проекты – это строительство новых гостиниц, мест размещения, интересных объектов для туристов и для участников такого форума позволит нам сегодня развивать Архангельск как областной центр. В пуле федеральных министров, прибывших в Архангельск в рамках работы Международного арктического форума, и министр МЧС Владимир Пучков. Сегодня он провел совещание с руководителями системы МЧС Архангельского региона.
Уровень воды в Северной Двине норме соответствует. Толщина льда безопасная, в среднем 45-70 сантиметров. Ситуация развивается в рамках прогнозов Севгидромета. Но паводок в Архангельской области редко бывает простым. Поэтому приехавший в Архангельск вместе с остальными федеральными министрами глава МЧС России Владимир Пучков провел совещание с подведомственными структурами и призвал коллег провести тщательную подготовку к предстоящему ледоходу. 12 населенных пунктов, которые находятся в зоне риска, под пристальным контролем и пожарно-спасательных подразделений, я поставил задачу, чтобы все социальные службы, службы скорой медицинской помощи, все системы жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка, он ожидается здесь, в Архангельской области, в 3 декаде апреля, работали на самом высочайшем уровне. К этому часу все, о чем мы успели рассказать, но материалы готовятся в режиме нон-стоп. Мы продолжаем получать самую свежую информацию от наших коллег, так что до встречи в прямом эфире в 15 часов.